На очереди рубрика «Мелочи жизни». И сегодня Татьяна Андреева вновь покажет коммунальные недостатки в жизни нашего города. Находимся в самом центре города, возле дома по улице Пугачева, 32. Как вы видите, на крыше строения появилась доска, которая сейчас угрожает прохожим. По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются сильные ветра, и доска может попросту улететь либо на проезжую часть, либо на пешеходов. Поэтому хозяевам этого дома не мешало бы посмотреть на свою крышу и убрать опасный предмет с крыши. А вот об этом опасном дереве на улице газеты «Искры» мы рассказывали вам несколько недель назад. В прошлый раз над тротуаром висела только большая ветка. Но проезжая здесь сегодня, мы обнаружили, что еще несколько веток склонились прямо над тротуаром. Еще немного, и эта хилая деревянная, так скажем, конструкция окажется прямо на тротуаре. Надеюсь, что в этот момент здесь не будет прохожих. Ну а эту мелочь нужно как можно скорее спилить, чтобы на самом деле она никого не травмировала. Находимся в хоккейной коробке в нижней части города. Уже сегодня здесь вовсю занимаются подготовкой льда. Как можете увидеть, сейчас его активно заливают. И уже в эту субботу каждый житель нашего города сможет оценить качество льда, потому что 9 декабря в 11 часов состоится торжественное открытие катка, где также будет работать сам прокат коньков. Поэтому приглашаем оценить лед.